Привет, мы на канале Пит и Маша. Завтра Новый год. Представляете, уже завтра Новый год. Привет, друзья. Поэтому сегодня хочется поиграть в что-нибудь новогоднее. Да. А знаете, вы неспроста одели вот такие вот интересные регланчики и платьечко, где нарисованы олени. Мы сегодня будем играть в оленя Рудольфа. Да, да. Маша, показывай игру. Вот в такую веселую семейную игру мы будем сегодня играть. Будем оленями Рудольфами, да? Одеваются вот такие надувные рога. Здесь есть 4 кольца. И кто же сможет больше навешать колец на вот такие вот рога? Да. Ну что, снимайте свои шапочки. И раскрываем нашу игрушку. Что у нас здесь? Так, первое кольцо пошло. Второе кольцо. Третье. Четвертое. Ну и сами рога. Какие они здоровые, коричневые. Сейчас их надо будет надуть, и это, наверное, будет смешно. Тим, ну ты знаешь, ты так больше похож на какую-то медузу. Или с этого... омара какого-то, я не знаю. Здесь еще что-то есть. О, а еще здесь есть новогодние открыточки. Вот такие прикольные. Видите? Здесь что-то даже написано. Merry Christmas. Веселого Рождества. Ой, а давайте эти открыточки отправим нашим подписчикам. Давай. Вот кто первый прокомментирует наше видео, тому и отправятся вот эти вот открыточки новогодние. Да. Так что комментируйте. И, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь. Ну, вы сами знаете. Итак, для игры все уже готово. Вот наши рога оленя Рудольфа. Вот такие яркие рождественские кольца, которые надо будет накинуть на рога. Так, кто примерит рога, Тима или Маша? Я! Ты хочешь первая? Ну давай. Маш, ты утонула в этих рогах. Ты такая прикольная. А ну, Тим, попробуй ты. Так, отлично, у Тимы больше голова. Давай я попробую на тебя набросить кольцо. Вернее, не на тебя, а на рога. Так, ну раз, два. А, мимо! Ну вот как-то так, вот такая игра смешная. Сейчас мы по очереди будем одевать эти наши рога Рудольфа, оленя. И у нас есть 4 кольца, то есть у нас будет 4 попытки. Кто... сколько колец забросит на олени рога, тот и победил. Маша, готова? Да. Олень Рудольф, как себя чувствуешь? Хорошо. Отлично, поехали. Опачки, нет. Еще раз. Опять улетела. Ты ему по носу ему красному не дай. А, вообще на елку чуть не попала. Ну что, теперь Тима? Поехали. Рудольфина, готова? Да. Тимофей, начали. Мимо. Опять мимо. Ура! Ура! Целых 2 кольца Тима закинул. Зеленое и красное. Класс! Вот это супер! Машулька, ну ты не расстраивайся. И ты еще маленькая, не умеешь так классно и метко бросать кольца. Играл. Я выиграл! Да, молодец, Тимофей. Игра действительно очень прикольная и занятная. Мы сыграли несколько раз, и вам понравилось? Да. Маша, тебе? Да. А если большая компания, представляете, как... Я поздравляю вас всех с Новым годом! Желаю много конфет и много подарков! Много успеха в новом 2018 году! Поздравляем вас, друзья! И спасибо, что были с нами! С Новым годом!
Вернись, лесной олень, по моему хотению. Умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где пыль живет и небы. Умчи меня туда, лесной олень.